Пробудись, Киргизстан, дух Божий, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня пятница, 21 июля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог благословил нас в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за здоровье. Мы благодарим, мой Бог, Тебя за то, что Ты с нами. За то, что Ты, мой Господь Иисус, заботишься о нас, о нашей семье. Спасибо Тебе, мой Бог. Каждый день мы видим Твою заботу о нас. Мой Господь, мы просим благослови сегодняшний день. Я молюсь, мой Бог, за людей, которые, мой Бог, нуждаются в направлении, нуждаются, мой Бог, в мудрости. У них, мой Господь, какой-то вопрос, какая-то ситуация сегодня, которую они должны решить. Я прошу, чтобы Ты дал им мудрость, чтобы Ты дал им направление, чтобы Ты, Господь, дал им идею, чтобы они могли все это преодолеть, все решить для славы Твоей. Мой Господь, я провозглашаю по вере, что сегодняшний день будет успешным, будет благословенным днем для каждого из нас. Поставь, мой Бог, сильных ангелов вокруг нас. Защити нас, нашу семью, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварий, катастрофы, проклятия. Мы отдаем, Господь, всю нашу жизнь и все наши планы на сегодняшний день в Твои святые руки. Мой Господь, мы также молимся за нашу страну. Мы просим благослови Кыргызстан. Благослови, мой Бог, нашу землю. Мы молимся за всех жителей нашей страны, за всех работников. Мой Бог, мы просим благослови нашу страну. Пусть, мой Бог, наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Да будет спасение, мой Бог, в нашей стране. Мы провозглашаем защиту Твою и благословение Твое во имя Иисуса Христа. Мы также молимся, мой Бог, и за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных точек этого мира. Мы соединяем нашу веру, и мы провозглашаем. Да будет защита, да будет, мой Господь, Твое благословение, да будет, мой Господь, защита Твоя во имя Господа Иисуса. Мой Бог, мы молимся за мир
в Израиле. Мы молимся за мир между Россией и Украиной во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я уверен в том, что Бог услышал нашу молитву и что Он благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь! Я сейчас передам вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Давайте прочитаем вместе книгу Исаия, 55 главу, 8 стих. Написано в Библии, что Бог сказал: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Дорогие друзья, вы не пытайтесь понимать, как Бог действует, потому что у вас не получится. Он Бог, Он всемогущий. Мне, вам не надо учить Бога, как Он должен работать в нашей жизни. Да, я говорю так, потому что иногда кажется, что некоторые люди хотят учить Бога, как будто они хотят сказать Богу, как Он должен действовать. Нет. Вы знаете, что вам нужно делать? Вам нужно выбирать, доверяться Господу или нет. Если вы доверяетесь Ему, то не бойтесь. Он позаботится о вас, Он позаботится о вашей семье. И даже тогда, когда у нас будет какая-то неприятность, написано в Библии, что это содействует ко благу в нашей жизни. Научитесь уповать на Господа, и вы увидите, как Он вас благословит. У вас все будет хорошо. Аминь. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И я приглашаю вас присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь нами. И в ваши комментарии добавьте вот эту фразу: «Я доверяюсь моему Господу. Я знаю, что Он со мною и заботится обо мне и о моей семье». Аминь? Это точно. Дорогие друзья, если это слово помогло вам, ставьте лайк и отправьте эту молитву вашим друзьям. Мы ждем вас сегодня в Центре помощи Кыргызстан в 10 утра, в 15.00, в 18.30 на служении за освобождение. Мы помолимся за вас, за вашу семью, и мы будем провозглашать, как Господь Иисус победил, вы будете тоже побеждать во имя Господа Иисуса. Аминь. Пусть Бог вас благословит обильно. Всего вам хорошего. Хорошего вам дня. Идем вперед. Приди, Дух Святой, коснись меня, обними меня. Твое присутствие — это все, что нужно мне, мой драгоценный друг. Поклониться Тебе, жизнь мою посвящаю Тебе, несмотря на мои ошибки.
Иисус.